Вітаю! На телеканалі «Миколаїв» актуальне інтерв'ю. В студії працює Денис Костенко. Сьогодні у нас в студії в гостях Володимир Топчий, директор Миколаївського зоопарка. Здравствуйте. Добрый день. В 1901 году Николай Павлович Леонтович открыл в собственном доме городской аквариум, который лег в основу Николаевского зоопарка. Вы потратили много сил и времени на изучение биографии основателя нашего зоопарка. Расскажите, пожалуйста, о своих изысканиях. Леонтович – это такая большая-большая планета, в общем-то, городская. Это ведь не только основатель зоопарка, это городской голова, мэр города Николаева, который принимал, ну это не главное, конечно, принимал императорскую семью в городе, вот, который пустил трамваи, собственно, при нем открылся наш Николаевский трамвай, который создал и подписывал распоряжение о создании наших музеев, которые до сих пор существуют, в том числе зоопарка. Который открывал первый кинотеатр в городе, замостил улицы камнем, завершил реконструкцию канализации, перевел город на 220 вольт, распустил полицию, создал милицию. Вот. Распоряжением временного правительства был назначен военным губернатором города в 1917 году. Вот. К сожалению, ну, уже об этом многие знают, судьба сложилась его трагически. Вот. В 1935 году он был уволен из зоопарка. Очень интересно. В истории существуют какие-то невидимые нити и параллели. Так вот, в 1935 году он был уволен как чуждый элемент. И он долго писал всякие жалобы в советские органы, что он не чуждый элемент аквариума и зоопарка, что он его создал, что это его детище. Вот. Ну, никто на это не посмотрел, но в конце концов в 1937 году его арестовали, он получил 10 лет без права переписки, вот. И ну, по одним данным он умер в Харькове, в 6-й тюрьме НКВД, возможно, его расстреляли в 41-м году. То есть, где он сгинул, мы не знаем. Ну, сейчас Леонтович уже, слава богу, в городе известен, стоит памятник перед зоопарком, и площадь городская названа именем Леонтовича. Вот, и поэтому ну, мне бывает очень приятно, когда я слышу, когда кто-то говорит и вспоминает имя этого человека. Вот, что, когда я начал им заниматься, еще юнатом. А так получилось, что даже как звали его, не знали люди уже. Забыли имя. Ну, сознательно забыли. Человек был репрессирован, поэтому родственники поменяли фамилию, они стали Петриченгами, взяли фамилию третьей жены Леонтовича. Вот. Много интересного с ним связано. Написана интереснейшая драма. Вот. Возможно, когда-нибудь она завтра городского головы. Вот, может быть, когда-нибудь она ее увидит, вот, свет рампы. О Леонтовиче можно рассказывать много, и это действительно очень такой ну, значимый человек в истории нашего города. Николаевскому зоопарку 115 лет в этом году. Да, 115 лет. Он лучший в Украине. Владимир Николаевич, в чем его уникальность? Уникальность зоопарка, ну, прежде всего, конечно, это в уровне работы, который зоопарк ведет. Вот, и к нам приезжают наши коллеги из других зоопарков, они учатся многому у нас. И как кормить, и как содержать. Вот. Кто-то это признает, кому-то это не очень хочется признавать, но тем не менее они понимают, что это так. У нас уникальный коллектив. У нас есть специалисты, которые отработали в зоопарке 25, 30, 35, даже 40 лет. Вот. Они обладают уникальным опытом. Опытом содержания, разведения животных. Мы имеем на сегодня самую большую коллекцию животных. Не просто большую коллекцию животных, а
Мы участвуем в более 50 европейских программах по разведению редких видов. У нас размножаются многие животные, и уже размножение того или иного вида горожанам просто перестало быть интересно. Вот родился вот, четвертый шимпанзенок, родился шимпанзенок, 15 тремортов, 16 тремортов, как мне сказал когда-то директор Берлинского зоопарка. Какая разница была, тут 15 или 16 тремортов висит в этом зале. Вот. А кто-то в Украине еще шимпанзе размножает? Да никто не размножает, это далеко не так. Ну и таких примеров можно много привести. Вот. Ну, никто, кажется, не подводил итогов, комиссии не было, билеты никто не тянул. Но то, что мы лучше, это все признают, может быть, за исключением одного зоопарка. Не буду говорить, какого. Скажите, есть информация, что в Николаевском зоопарке два старожила, крокодил Вася и вы. Насколько это так? Ну, если учитывать, что крокодил Вася прибыл к нам в 52-м году, и он 40 сантиметров был длиной, сейчас в нем больше 3 метров уже. Вот, а я пришел в зоопарк, пришел-то в зоопарк давно, как и все наши горожане ходили с папами и с мамами. Юнатом я пришел в 65-м году, и у меня до сих пор сохранился членский билет юнацкий. Пусть кто-то покажет. Членский билет 65-го года. Вот. Ну, это ладно, это так. На работу пришел в 71-м году. У меня тогда директором был Явоненко. Сказал, вы малолетка, вам нет 18 лет, и вы не имеете права работать в зоопарке. А уже в 78-м году я пришел в зоопарк на работу. И вот с 78-го года вот, я, собственно, из зоопарка не уходил, честно скажу, ничего другого делать не умею, вот, знаю только вот свою работу, знаю я достаточно глубоко, вот, не хочу хвастаться, вот, вся жизнь отдана этому, не хотелось бы повторить судьбу Леонтовича. Скажите, пожалуйста, кому принадлежит зоопарк? В какой он в каком юридическом статусе находится? Откуда финансируется? Зоопарк учреждение культуры. Нет, зоопарк не учреждение культуры. Зоопарк, потому что Министерство культуры сказало, что мы не являемся учреждением культуры. Мы сейчас в зоопарке вообще Украины, не только Николаевский зоопарк, а вообще зоопарки Украины, не относятся ни к одной из отраслей деятельности государства. То есть мы не подчиняемся ни культуре, ни экологии. То есть ни одно министерство не хочет зоопарки брать под свое крыло. Вот. Как когда-то директором одного из зоопарков в Украине был замдиректора бани, его назначили. Ну что, руководитель, опыт большой. Ну, он полгода поработал и все говорил, у нас в бане было по-другому. Вот. Ну, довел зоопарк до уровня бани. Вот. Поэтому мы на сегодня являемся коммунальным учреждением, являемся собственностью городского совета. Вот. И руководимы мы управлением культуры города. Насколько я знаю, с 2002 по 2011 год вы ни копейки не получили на капитальный ремонт и реконструкцию. Это были долгие, тяжелые годы выживания. Да, но это не значит, что зоопарк эти годы не развивался. Мы, естественно, нам выделялись средства для содержания животных, кормления, зарплату. Мы сами зарабатывали деньги и сейчас зарабатываем. Зарабатывали неплохо. Считается хорошо, если зоопарк зарабатывает 1/4, вот, или 1/5 от общей потребности финансов для своего содержания. Мы зарабатываем треть. Это много, это по европейским нормам много. Вот в этом году мы заработали уже 12 миллионов. Вот. И, конечно, эти вот годы с 2 года по 11 мы серьезно занимались реконструкцией зоопарка. Нам помогал, конечно, Киевстар, и у нас были и на сегодня очень хорошие связи с глиноземным заводом. Мы совместно сделали реконструкцию многих экспозиций, открыли новые вольеры и привезли туда животных. Вот. И
Люди очень быстро привыкают к тому, как что-то имеют или как это выглядит. Вот сейчас мы буквально закончили реконструкцию внутри вольера бегемотов. Люди приходят, а что, разве не так было? Так, что так поменялось? Да, а что поменялось? А так всегда же было. Я говорю, как было? Тоже было так вот, вот так и вот так. Нет, ну так вот всегда. А она говорила, что так всегда было. То есть люди, ну, может быть, это вот память такая человеческая. Вот. Но тем не менее, я могу сказать, допустим, страусиное подворье, дедова хата, экспозиция сурикатов, большущий вольер дрофиатника. В этом году открыли с глиноземным заводом вольер для полосатых гиен, возможно, гепардов. Нам предлагают сейчас гепарда, вот, но мы думаем, взять, не взять. Безусловно, вопрос о размножении гепардов у нас стоять не может, потому что для этих животных должен комплекс вольеров в разных частях зоопарка, чтобы самец самку не видел, вообще не видел, не слышал. Мы такого сделать не можем, но для экспозиции вид, конечно, очень интересный, думаем. Вот. Собственно, гиены уже у нас в зоопарке есть, это я открываю тайну вам первому. Вот. И сейчас мы, если сделаем электропастух, поставим в этом вольере новом, то на весну гиены уже выйдут на экспозицию. Сейчас они внутри, поэтому мы ничего о них не говорим, их не видят посетители. Вот. А на весну гиены будут. Ну, собственно, вот за эти вот годы была произведена реконструкция зоопарка. Парк совершенно изменился, появились скульптуры, появились клумбы, появились водоемы. Вот. Ну, мне так кажется, все-таки зоопарк – это самый красивый парк города. Я понимаю, да, он платный. Но бесплатного не существует. За все бесплатное кто-то заплатил. Это железно. Сейчас у нас вот бесплатные туалеты. Но они не бесплатные, они бесплатные для людей, но мы за них платим. Если раньше они были платные, это было нормально. Но теперь они бесплатные. Вот. И вот в этом году затраты на туалеты у нас составили под 85 тысяч гривен. Хотя раньше они могли зоопарку предоставить 15 тысяч гривен, ну, хотя бы возврат стоимости там, электроэнергии, воды, которая там течет и всего остального. Ну, это непонимание ряда наших депутатов, я так понимаю. Ну, да? Я так, они видят так зоопарк. Но ведь туалеты это не только... Что к туалетам вернулся? Вот. Туалет – это не только место для того, чтобы там сделать какие-то свои надобности. Это еще и очень, скажем, такой социально значимый и как не опасный объект, а как, ну вот, понимаете, когда отдельно стоящее здание где-то глубоко далеко в отдаленном парке, месте, да, в отдаленном да. месте, и когда уже в 4 темно, и ребенок туда заходит. Потенциально опасное место, да, безусловно. И там никого нет, вот, а там может быть нехороший дядя или нехорошая тетя, вот, поэтому там должен быть дежурный. Если туалет бесплатный, значит, там никого нет. Пришел туда человек, сделал то, что нужно, и ушел. Мы не пошли на это. Мы оставили тех людей, которые там работали. Мы платим им зарплату сверх штатного расписания для того, чтобы это было безопасное место для наших посетителей, для детей. В первую очередь. Это нужно об этом, да, всегда помнить. Да. Ну и чтобы там все-таки пахло фиалками. Скажите, пожалуйста, вот в последнее время в средствах массовой информации идет агрессивная травля вас как руководителя. Обвиняют Бог весть в чем. Вплоть до того, что вы из корыстных побуждений отравили снежного барса, сняли с него шкуру, продали какому-то наркобарону, а тушу отдали под консигнацию в ближайшую шаурмену. Что это за бред? Откуда вообще ноги растут? Какой интерес, какую цель преследуют люди, которые распространяют эту ересь? Если звезды зажигают или как загорают, значит, или зажигают, значит, это кому-то нужно. А если звезды гасят, значит, наверное, тоже кому-то нужно, правда? Вот. Очевидно, есть у людей другое видение на существование зоопарка в городе. Вот. Я знаю этих людей. Вот. И эти люди используют других людей. Вот. Ну, в средствах массовой информации, это в Фейсбуке вы имеете Фейсбук, в виду? Там, интернет-издания, да. Интернет-издания, появились какие-то совершенно нелепые
Ну, это не статьи, как посты пишут, нелепые посты. Вот. Причем те люди, которые пишут, они прекрасно понимают и знают, что они пишут глупости. Более того, потом через какое-то время эти посты удаляются по каким-то причинам. То есть засветили информацию, да, закинули ненужную. Понимаете, а люди, которые прочитали, узнали, о, блин, действительно, смотри, какой ужас. Вот, и уже забыли, как оно было и как оно стало. Вот. Ну, есть люди, есть во всем мире, в Европе есть целая организация, организованная, которая объединяет в себя пожилых людей, я так мягко скажу, бабушек и дедушек, которые являются активными противниками зоопарка. Я за Европейской ассоциацией рекомендую не общаться с этими людьми, потому что общаться с ними бесполезно. Они не слышат, они кликушествуют. Вот. Они не понимают, что многие виды животных сохранены только в зоопарке. Благодаря зоопаркам. Или благодаря зоопаркам. Вот они говорят, что бегемот должен жить в Африке и все. Вот мы соберем деньги, чтобы вашего бегемота отправить в Африку. Куда его отправить в Африку? Как он там будет жить? Мы там никто не думает. Ну, наверное, река Лимпопо и где-то там. Ну, наверное, да. Не ходите, дети, в Африку гулять. Вот. Ну, я не понимаю этих людей, ну, у них есть такое мнение, они, наверное, имеют право на это мнение. Но говорить, что в зоопарке нужно животных всех кастрировать, довести их до естественной гибели, и зоопарк закрыть, а со следующего года зоопарк вообще уже не финансировать. И об этом говорят, тоже слышал. Да, вот. Ну, это, но опять же, это мнение только этих людей, да, вот. В 1941 году мне всегда говорят, Топчий, перестань приводить этот пример. А я приводил, привожу и буду приводить, особенно в наше время. В 1941 году, когда в город пришли немцы, фашисты, вот, на 10-й день оккупации Ничикова Федора Григорьевича вызвали в комендатуру. Это тогдашний директор? Это директор зоопарка, да. Людмила Ефимовна Ничикова, я его и ее хорошо знал. Вот, собрала клумочек ему такой и, ну, перекрестила, говорит, иди. Он пошел, вот, его отводят прямо комендант. Она рассказывала, у нас есть ее воспоминания. Вот, и комендант, кстати, владел, первый комендант города владел русским языком. Спрашивает, а почему, ты кто, ты почему не ушел, когда все вот бежали? Говорит, ну, куда же бежать? Говорит, а... То, что сидит, надо же кормить, надо же было поить, и да, ну, говорит, да, действительно. Но сколько же надо людей? Ну, было 14, надо было бы вообще-то 18. А что надо, какая там зарплата? Ну, вот такая. А что еще надо? Ну, корм. Вот. Вышло распоряжение, приказ, были изданы билеты на украинском и немецком языке. Все годы оккупации зоопарк работал, сотрудникам 18 человек платилась зарплата, есть ведомости кормления животных, конечно, не так много было этих кормов, не так было хорошо, но тем не менее и хищники, и копытные, все были живые, все период оккупации пережили, вот, и удивительная запись в нашей книге отзывов, я уже об этом тоже рассказывал, 29 марта 44 года. Мы, бойцы НСКОЙ части Красной Армии, вошли в город и посетили Николаевские зоопарки. Как же мы были удивлены, что животные все находятся на своих местах, только золотые рыбки плавают подо льдом. Стекла были в аквариуме разбиты, и в аквариуме замерзла вода. Вот. Так вот, немцы зоопарк не закрыли. А сейчас мы будем зоопарк. А сейчас мы будем закрывать зоопарк. Я не говорю о том, что немцы были такие хорошие. Обязательно всегда это говорю. Я говорю о том, что были удивительно преданные люди своему делу, которые не убежали, вот, не бросили, как это было, как получилось в других зоопарках, Украины, в частности, на оккупированной территории. Потому что наш зоопарк, единственный на оккупированной территории Советского Союза, работал все годы оккупации и сохранил коллекцию. Это подтверждено исторически. Вот почему мы лучшие. То, что у нас есть традиции, у нас есть история, вот, у нас есть корни,
Вот. Я думаю, что зоопарк, конечно, не закроют. И у нас есть поддержка депутатского корпуса. Там достаточно много моих друзей, с которыми мы были депутатами. Я был депутатом в течение 10 лет, депутатом городского совета. Там достаточно много моих друзей, здравых людей, которые понимают значимость зоопарка. Слава Богу, на нашей стороне мэр. Вот, он был несколько раз в зоопарке, и ему нравится, он любит зоопарк. Поэтому я думаю, что у зоопарка есть будущее. Вот, и... Какие планы ближайшие при наличии финансирования? Сколько надо финансирования? Ой, ну с учетом того, что сейчас вот подняли зарплату, мы пересчитали потребность на следующий год, с учетом роста цен на корма, только на содержание зоопарка, я не говорю о никаких реконструкциях, ремонтах, только содержание. Это корма, это зарплата и это коммуналка. Хозяйственная деятельность полностью, она очень большая в зоопарке, хозяйственная деятельность. Зоопарк – это очень большое учреждение, 35 зданий и сооружений, которые нужно содержать, больше 35. Это много километров подземных коммуникаций, это доски, это гвозди, это краска, это линолеум, вот, это доставка животных, это платежи всех налогов, это все только за счет зоопарка. То есть на это не выделяется и никогда не выделялось ни одной копейки. Все животные, которые находятся в зоопарке, они не куплены за бюджетные деньги. На приобретение животных, сколько я себя помню, не выделялось ни одной копейки. Вся коллекция, она собрана сотрудниками зоопарка в результате разных обменов, разведений, размножений. Таким образом. Так вот, на содержание зоопарка, вот после всех пересчетов, нужно 33 миллиона гривен. Ну, конечно, для того объема денег, который сейчас имеет городской бюджет, это не такие уж значительные деньги. Но мы же хотим все-таки заниматься и реконструкцией зоопарка, и приводить в порядок. Правильно люди говорят, что мы тут допотопные какие-то уже стали, заскорузлые и в клетках железных держим животных. Думаете, мне нравятся эти страшные старые клетки, еще советские? Вот. Насколько можно, мы от них уходим. Но для этого нужны деньги. Для того, чтобы что-то получить, нужно сначала что-то нужно вложить. Вот. А так прийти и сказать, вот тут вы все-таки все бестолковые, нифига не... Все плохо-плохо. Все плохо-плохо, ничего не понимаете. Говорится, все обгадить, развернуться и уйти. Вот. Мы сейчас изготовили проектно-сметную документацию на вольеры острова зверей. У нас ягуары и леопарды, ну, никогда не видели солнца и неба светлого. И вот сейчас по этому проекту нам 8 миллионов, и у нас будут новые современные вольеры, противоположная этой стороны, вот там тигры и львы, а с этой стороны ягуары и леопарды. 8 миллионов, и мы сделаем современные за стеклом с прекрасными сетчатыми куполами эти вольеры. Автограф Н нам изготовил проект. Вот. Изготовили мы также проекты на баннеры для инвалидов. Вот, больше 10 баннеров, только проект нам обойдется где-то 50 тысяч гривен. Это вы за пандусы? Это баннеры, говорю, господи, извините. Пандусы для инвалидов, да. Вот. Они у нас есть, но не везде. Может быть, они не такие, как нужно. Может быть, они где-то с большим уклоном. Но это мы делали сами. Их вообще не существовало. Вы делали сами, и в то же время это был повод кому-то сказать о том, что... Ну, а что теперь, вы наделали? А теперь, когда они появились, говорят, ну вот видите, пандусы, на них там ну, очень тяжело подняться. А когда их не было? Ну, сейчас мы заказали по проекту, как требуется, но для этого нужны деньги, опять же. Вот, вот принимается городской бюджет. У меня большая надежда на то, что депутаты городского бюджета услышат директора зоопарка и ребята... Зоопарк – это не моя частная лавочка, это не вотчина топчего. Все привыкли, зоопарк, ну, за 40 лет, конечно, можно привыкнуть. Я 14 лет уже директором, работаю 40 лет. Это не моя частная лавочка, это наш зоопарк, это городской зоопарк. Это главная наша достопримечательность. Куда вы ведете всех своих друзей, когда к вам приезжают из других городов? Что вы можете показать в городе?
Чем вы можете похвастаться? Чем мы можем похвастаться? Судостроительными заводами или нашей красивой историей? Это история. А на сегодня зоопарк – это то место, куда можно привести людей, где не стыдно. Как бы того, может быть, кто-то и не хотел признать, но это так. Я очень хочу, чтобы зоопарк развивался. Вот. Я не знаю, сколько, кажется, отпустил мне Господь еще отработать в зоопарке, но я постараюсь то, что вот у меня еще есть в зоопарке, положить все силы для того, чтобы зоопарк был на том уровне, на котором он может быть. У нас, конечно, нет 50 миллионов евро, как у Вроцлавского зоопарка, и мы не можем построить современный африкариум. И у нас нет 25 миллионов евро, чтобы построить вольер для белых медведей с прозрачным бассейном, с трехуровнем обозрения. Вот. Но мы можем содержать нормально животных, чтобы им было комфортно, вот, и чтобы людям было в зоопарке приятно. Это зависит от нас, от всех. Вот. Я очень прошу это всегда помнить. Зоопарк – это коммунальная собственность. Это когда-то известнейший зоолог, один из директоров зоопарка Франкфурта на Майне, сказал, Бернард Джимик, может, кто-то помнит его книги, так вот он сказал, что зоопарк – это лицо нации. Вот, сказал он это лет 40 назад. Многие об этом забыли, я до сих пор это помню. Вот. Да. У вас в ближайшее время будет стартовать акция, связанная с фамилиями людей, которые имеют отношение к каким-то видам животных и птиц. Девчонки так написали. Фамилия зверина, а внешность, не как-то там внешность людина, что-то такое придумали. Ну, что-то родилось у меня это такое желание сделать такую акцию в конце года, сделать подарок всем тем, у кого фамилия Медведев, Зайцев, Скворцов, Дроздов, Богомолов, Жуков. То есть червячков, жуков, всех, все живое, что есть. Все живые существа. А фамилии есть Выхухолев, есть фамилия Агутин. Почему Агутин? Агутин живет где-то в Южной Америке. Почему здесь люди с такой фамилией? Это вообще удивительно. То есть все носители фамилий животных, которые отражают животный мир, насекомых, бабочек, рыбок, птичек, они все имеют возможность до конца года прийти в зоопарк за полцены. Вот. Как у нас написано в рекламе 38-го года, как одиночкой, так и семьями. Ну, шучу, конечно. Приходите. Спасибо вам большое. Наш час добігає кінцю. Дякую, що були з нами. На все добре.